Итак, всем привет, мы продолжаем, теперь мы попробуем настоящую игру. 30-минутная аркада, вперед. Опа-на. За 30 минут нам надо какие-то чипки выполнить, да? Чтобы нам дали доступ к новым способностям. Попробуем. Пум-пум-пум-пум. 30 минут. Сто жителей. Что это? 10-50 просперити. Что это? А, это... В общем, жители. Так, значит, окей. Пустынная деревня и форестовая. Лесная. Вперед. Там еще на кспич был. Леса тоже принеслись. Так. Ты сюда, значит. Ты исправил самоворик. Времени у нас мало. Давай траву. Животных. Что еще? Бочки давай. Клево. В дереве не появилось. Ты что, типа не успел просыпать? Не успел. Ты вообще шар. Все, значит. Еды, тупо еды. Стоять. Ты не нужен. Мне нужна тупо еда. Эти холоды тоже не нужны. Так. Еда, еда. Отлично. Что-то апгрейд типа не можешь. Че фигня какая-то. Так. Тебе только еда нужна, так ведь. Пока что. Тридцать. Вроде набирается, это что? Бомбы какие-то, ладно. Так. Бери чувачка.
Ах ты ж, блин. Взяли да построили без спроса. Нужно еще науки, да? Что за наука дает? Кто нам науку дает? Ты что ли? Нет. Минерал надо пользоваться. Ладно, пофиг. О, наука. Так, отец, это что для счастья Ланта, я не понял. Совсем не понял. Технологии. Что для счастья вообще надо? Не дает. Харпоспирт. Это что? Амуспирт. А, вот это что-то. Хорошо. Вам-то что надо для счастья? Это уже аспект какой-то есть, да ведь? Тоже не годится. Сюда вот годится, кстати. Вроде как. Нет, не годится. Что за напасть такая? Ну это соберет. Еду еще надо. Я думал науку. Капец. Да это по твоей части. Да, вот так. Технологии нафиг. Ты давай куриц. Вот так вот.
построила, что ли? Больше еды. Зашибись. Так, а тут что у нас? Тут фуфло какое-то. Ну, слепом то, что на животных действует. А минерала есть? Сюда. Так, ты что, не взял, что ли, жизнь нового? Не взял. Ну, еду новую способность. Это что ли? Капец. Фу-фу-фу. Технологии. Богатство тебе нафиг не нужно, да?
Это тоже научная фигня. Ладненько. Сто еды. Пока сто еды нету. 40 тоже нету. Ага, фиг там те. Я тут думал. Так, ну еды достаточно, я понял. Наоборот, еды недостаточно. Редактор аспект. Жесть.
вообще не знаю, что еще делать. А надо сколько? Сотку надо, понимаешь? Сотку. Так, на эту фруктовую, а на эту вот эту. Ну давай. Больше роскоши. Нет у меня такого аспекта. Бежишь. Так, вот так вот сделано.
Что тебе нельзя уже? Нельзя. Ну и тут можно. Понеслось. Так, 70. Не хватает все равно. Еще больше. Так. 70. Так. 100 седы, короче. Давайте. О! Отличненько. Так. Иду сюда. Урожай. Больше еды, товарищ. Отлично. Сотня давайте. 150 аж. Неплохо, неплохо. Это тоже неплохо. Иду сюда. Thank you.
Харо. Одна минута типа осталось. Еще два чувачка. Заснули. Я вроде все выполнил. Раз, два. Великолепно. О. Я даже 4 выполнил. Ну, норм. Норм, я считаю. Мы справились, ребятушки. Можно еще фрипэкс набрать. Ну что ж, вот такой вот выпуск у нас сегодня был. Много чего достигли, все чеки вроде выполнили. Так что до новых встреч, увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока, до новых встреч.